В средней школе номер 4 очень активные родители. В их число традиционно входят мамы учеников. Но и отцы также не отстают в вопросах воспитания подрастающего поколения. Сергей Ткачев, отец 4 детей, трое из которых учатся в 4-й школе, является одним из самых активных пап не только школы, но и Павлодарского региона. Единственный участник от нашей области на форуме отцов, проходившем в Астане и получившем диплом Камкораке «Заботливый отец». И уже на сегодняшний день в нашем городе проводится конкурс «Я и мой папа». Семья подготавливает видеоклип об отношениях между детьми и отцами. Проводимый досуг, совместные выезды на природу и так далее. По результатам конкурса лучшие отцы будут командированы защищать честь нашего города на областной конкурс ПАП. Организаторы данного мероприятия призывают принять активное участие в конкурсе отцов. Подробности можно узнать в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар».